К другим новостям. Очередное заседание Совета депутатов состоялось в администрации городского округа Люберцы. Участники совещания выбрали символ округа – новый герб. Также депутаты обсудили вопросы изменения городских бюджетов Люберец, Томилина, Октябрьского, Краскова и Малаховки. Для городского округа Люберцы выбран новый герб с птицей феникс в своей основе. Феникс – один из древнейших символов истории человечества, символ возрождения и бессмертия, мужества и благородства, справедливости. Возрождаясь вновь, феникс становится краше и сильнее. 18 депутатов выступили за новый герб, 5 против и 1 воздержался. Люберцы наконец-то создадут тот символ, который и через 10, и через 20, и через 100 лет будет полностью отвечать традициям российской геральдики. То есть, и он будет в этом отношении безупречен. Никто не сможет сказать, что вот Люберец что-то там не так. Звезды на гербе указывают на предприятия, связанные с космической отраслью. Поле щита, напоминающее вращение лопастей, символизирует вертолетостроение. Зубчатое колесо – символ промышленности и машиностроения. Это особый вид рисунка, нарисованный по особым канонам, созданный по особым правилам и традициям. То есть это не картина, это не пейзаж. Здесь есть жесткий довольно-таки регламент, который ограничивает и художников, и создателей. Гимн округа претерпел небольшие изменения в тексте. Также на заседании Совета депутатов было принято решение переименовать финансовое управление. Финансовое управление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район в связи с объединением городской округ теперь будет называться финансовое управление администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. Доходы бюджета городского округа Люберцы повысятся на 120,7 миллионов рублей. Увеличение доходов связано с безвозмездными поступлениями в бюджет за счет субсидий на 94,4 миллиона рублей, за счет субвенций на 5 миллионов рублей и иных межбюджетных трансфертов на 21,3 миллиона рублей. В ближайшее время герб городского округа Люберцы будет отправлен на регистрацию в Геральтическую комиссию Московской области, Геральтический совет при президенте России. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.